Зайцев у нас было достаточно. Это Вова Зайцев, конечно. Да. Ну, то есть ты, будучи младше, играешь Нонину маму? Да нет, младше по возрасту, то какой мы младше, одинаковые. Младше, я старше тебя на год, мать моя. А зачем подчеркиваешь, что я хуже выгляжу сейчас? Для чего это сейчас? Ты первый начал. Нет, я говорю о том, что как все поменялось, когда мы начали жить вместе. В общежитии, на хорошовке. С Ноной или со мной? Со мной. С Ноной. Только начали. Я тоже в общежитии жил. Нона пришла, я сижу, первый курс, самое начало. И вдруг входит дива. Дива. У нее вот такая шляпа, какой-то газовый шарф. Мы, приехавши туда в резиновых сапогах. Вот волосы вот так у нее. Они прикрывали, простите, попу. Вот такая грива волос. Роскошная девка с луны откуда-то. А я сижу на первом этаже. И она так надо мной встала. Вот эти ресницы, лисьи глаза эти. Аронова, ты... Я говорю, я. Моя фамилия Гришаева. Живем с тобой в одной комнате в общежитии. Ну, этот голос, что это? Ультразвук. Значит, после 9, после 11 не пускать никого, мужиков не приводить, порядок полный, вещи мои не трогать. Поняла меня? Прошла неделя. Открывание двери. Гришаева! Иди убирай свои крошки, мышь! Она ест до сих пор хлеб так. Она выгрызает и оставляет корки. А я со своей чистотой, я как приду, и вот так рукой проведу, думаю, ела. Гришаева! И без меня! И без меня! А один раз Нонке прислали еду. 90-й год, сало. голод. Я говорю, дай ребятам сало, дай зимой, кусок дома. Масла, зимой. Зима. Зимой. Ты что, дура? Мне до марта жить с этим. Я говорю, ты понимаешь, что они в обмороке падают голодные? Все, что я могла, я привезла из дома. Дай кусок сала, кусок масла. Пошла ты! Я говорю, вот проклянет тебя, говорю, вот видит Бог все, что ты делаешь. Прихожу на следующий день, ор стоит, это в слезах. Ты главное не чё? Сказала, то, что я были такие сеточки. Нет, ну на холодильнике нет. И мы за двушку вывезли все это, авоськи, да. Я прихожу, такой крик стоит. Думаю, мама, это... Я говорю, ну что случилось? Все ты. Не знаю, можно говорить? Да. Так открывает форточку. Форточку открывает. Суки! Суки! Вот так в форточку. Думаю, мы бог знает на каком этаже, на этой хорошовке. Кому она орёт? Я говорю, кому ты орёшь? Синицы, суки! У неё всё сожрали. Сало, масло, всё выгребли. Сэкономить не получилось. Моя жизнь.